Этой и многими другими песнями со священным праздником поздравили Надежду Корешкову. В 1942 году она бросила техникум и уехала в Новосибирск на военный завод, который выпускал артиллерийские гильзы. В 43-м юную Надю призвали в армию, ей было 18 лет. Она прошла курсы шоферов и получила права, и поехала на передовую. Как-то приехал к нам один майор, всех нас было 10 девушек. Написали все автобиографии свои, все. И он уехал. А через несколько, наверное, дней там он вернулся и сказал, что должны поехать в штаб уже фронта. Мы приехали туда. Оказывается, меня оформляли в контрразведку СМЕРШ. В контрразведке Надежда Александровна прослужила до 46-го года. После она вышла замуж, родила детей. Сегодня ей 97 лет, на груди множество орденов и медалей, за спиной годы жесточайшей войны. Каждый год Надежде Корешковой говорят спасибо десятки людей. В этом году благодарят в том числе и песнями. С Днем Победы поздравили и Марию Пьянкову. В марте Марии Александровне исполнилось 100 лет. Концерт она слушала лежа на кровати, а здоровье уже не то. Из окна на артистов смотрели родственники фронтовой медсестры, а также портреты тех, кого уже нет с нами. Но они внесли значительный вклад, приближая победу. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой. Ансамбль «Волгари», «Заваленка», «Звонница», «Русская песня», ансамбль «Бордовской песни», а также солисты с трепетом и замиранием души исполняют знаменитые песни о войне и победе для тех, кто в годы Великой Отечественной войны жертвовали собой ради свободы и спокойствия десятков поколений. Родственники ветеранов с удовольствием сами слушают наши концерты, слушают наших исполнителей. И, конечно, слова благодарности мы слышим от них всегда, потому что им очень приятно и такое внимание к своим родителям. Концерты и торжественные парады прошли во дворах ветеранов. Сегодня в Ульяновской области живут более 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, включая тружеников тыла и детей войны. Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.